В Люберцах состоялся 14-й Московский областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии». Свое мастерство показали лучшие творческие коллективы столичного региона. На гала-концерте и награждении участников побывала наша съемочная группа. «Карусель Московии» — это праздник, который проходит один раз в два года и объединяет лучших исполнителей русских народных танцев. Впервые он прошел в апреле 1995 года. С тех пор фестиваль-конкурс стал неотъемлемой частью культурной жизни Подмосковья. Городской округ Люберцы – неизменный хозяин фестиваля. Первый конкурсный день прошел во Дворце культуры, а заключительный состоялся в Триумфе. Открыли гала-концерт совместным выступлением. Затем сцену по очереди занимали отдельные творческие группы. Мы всегда рады нашим гостям. А то, что в очередной раз проходит фестиваль, конкурс «Карусель Московии» у нас в Люберцах, это просто замечательно, потому что у нас есть в этом плане очень талантливые, замечательные преподаватели. На этот раз в фестивале-конкурсе приняли участие 28 коллективов из 15 муниципалитетов Подмосковья. Городской округ Люберцы представили 5 лучших творческих составов. Наши ребята, я всегда говорю, замечательные. Они стремятся, и мы стремимся чуть так, чтобы было на высоком уровне. У нас всегда ведущие места. Первые, вторые, ну максимум третьи. И гран-при мы завоевывали не раз. Самым зрелищным стало заключительное выступление. 500 танцоров из всех коллективов конкурсантов исполнили в честь Масленицы самый большой хоровод в Московской области. Луиза Егесарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.